Давай, заряжаемся. Давайте, давайте, заряжаемся и поехали. Заместитель командира, берите с собой несколько человек, отправляйтесь на гейт Б. Все остальные за мной на гейт А. У кого-то есть с собой рассыпуха, если что, магазин набить? И еще, еще, еще. Командир. Учитывая то, что у нас штурм, не создавайте лишнего шума. Понял, глушитель нужен. Ебать. Дайте глушитель на дробовик тогда. Открывай. Все, я взломал. Реально хакер. Охрана, охрана. Огонь. Отойдите. Ликвидирован. Хорошо. Твою мать. У нас один двухсотый. Переговорщик сдох. Блять. Черт, черт. Убили. Так, стоять, стоять. Стой, блять. А, понял, извиняюсь. Док... Это свой. Это наш. Как его зовут, подожди. Доктор Чен. Его член. Все нормально, это член. Смешно. Ладно. Я захватил их рацию. Хорошо. Ау, я из Браво 12, охрана, доложите обстановку. Лузер! You're a loser! Тут обнаружен SCP-500. Я возьму, пожалуй. Возьми, мне весь инвентарь забит. Вообще в командора должно все это дерьмо теребить. Стоять! Так, это лично служба безопасности. Давайте проверим, есть ли там изъяли объекты. Заходим, заходим, заходим. А данный ролик был снят на сервере Vault Event. Ссылка на их Discord и IP серверов в описании под роликом. Прием, есть кто на связи? Алло, да, это лейтенант охраны, доложите. Сука, не могу их наебать. Что такое? Они, походу, просрали, блин, что я не из их числа. Там еще, блядь, почти умерло это. Огонь, огонь! Убил. Убил? Не забывайте, что у нас есть здесь среди них они ССБ. Сейчас скажу, мне записано на боевом планшете. Птенца не трогаем. Ну ты, конечно, это вовремя сказал. Блять. Пошли. Сука, да кому? Давайте реанимацию ему устраиваем. Воскрешай, давай. Ну не придуривайся, дырка совсем маленькая. Брат! Братка, извини, брат. Прости. Стоять, 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 стоять! Стоять на месте, стоять! Не двигайся! Стоять! Лицом к стене. Достал стяжки, после чего связал доктора Вики, типа связал все. Тише, тише, слышал? Тесла, Тесла. Кто-то есть. Что? Что там происходит? Стоять, стоять. Там наших твоих убили! Черт! Фонарик, фонарик! И комитет этот, РП-писание доктор Джонни связан. Давайте заложенка отправим. Чё за дерьмо? Это хрень! Не иди туда! Что? Ебать, это аномалия какая-то. Такая жесткая. Пиздос. Он тяжело ранен. А, да. У меня есть аптека. Да, как же она ему сейчас поможет? Какие, конечно, массы, блин. В этом комплексе есть медпункт? Хорошо, мы можем отправиться туда, чтобы вам помочь. У него какая-то красное варенье из дырок течет. Я бы посоветовал бы пойти в медпункт и разобраться. Ясно. Скоро перестанет течь. Ну да, скоро перестанет течь, нужно в баночку собрать. Жалко будет, если вытечет. Ага. О, без ничего. Твою мать! Ё-моё! Они наткнулись на охрану ревизии. Стоять! Стоять, стоять! Мордой! Повернулся, повернулся обратно. Это что такое орёт у вас? Умеет использоваться оружием. Там где-то мой дробовик дальше лежал. А, на втором этаже уже, по-моему. Ладно. Вот МП-7, возьми. Да класс, да ты наш, мы тебя спасать пришли, идиот. Ну что, ребята, ваш единственный шанс выжить — это травить хорошие анекдоты мне. Давай, начинай. Едут два гея в автобусе. Ага. Один второму предлагает. Давай прям тут. Говорит, да ты чё, тут все увидят. Да тут спят все, посмотри. Вот давай, сейчас время спрошу, никто не ответит. Который час? Говорит гей первый. Никто не отвечает. Ну ладно, решили делами заняться, занялись. Автобус так, приезжает. Все в порядке? Все, тихо. Автобус на конечную приезжает. Типа водитель хочет уже выйти. Собирается выходить уже. Видит краем глаза, там дед сидит, за сердце прихватился. Подбегает, говорит, что случилось? Он говорит, сердце у меня. А чего вы не сказали? Да там один время спросил, так его выебали. Все, вы меня отпускаете? Нет, но мы тебя не убиваем. О! О! Ты классно. Привет, мы вас спасать пришли. Видишь, там пистолет, пулемет. Иди, бери. Серг, я обнаружил нахождение всего основного персонала. Они заперты в оружейной комнате. А, ну пойдем тогда к ним. Без оружия стреляем. Оружие на пол, оружие на пол. У нас нет оружия. Давай, давай, давай. Выкладывай все, обыскиваю тебя. Андерсон, все, выкладывай.
Все, все, что есть вообще. Откуда ты, блядь, бронежилет? Это все. Плохие новости. А. Сбежали. Блядь, да хуя ты хочешь знать? Оранжевый, следи за ними. А ну оружие на землю! Да ладно, блядь, сколько у него там жизней? Чё, пойдем, там жопа аж полная была, вообще пиздец, чувак. Пойдем, пошли. Блядь, я не могу бегать. А кто-то может бегать из вас? Да. Да. Я не могу бегать. Я никуда не дойду в таком состоянии. Нихуя не видно. Ничего не видно, но очень даже интересно. Даже не вижу ничего. Где-то у меня в шанах вроде бы фонарик завалялся. Сейчас попробую найти. Давай. Ну я... А, уже не надо. Ебать, да ты целый свет включил своим фонариком. Опа-на, зеленые человечки. Да почему я нихуя подобрать не могу? Руки кривые. Я вижу свет. О, братья желтые. 3% рации. А есть кто-то живой? Нет. Вот здесь есть кто-то. Нихуя себе. Тут вообще человек движется, хер пойми как. А вы видите, что он движется? Он без движения ног двигается. О нет, наш брат умер. Бред. Ай-яй-яй. Бьет. Шмаляй. Это что за хуйня такая? Уходим, уходим. Пойдем сдадимся. Там непонятное существо, какое сдадимся. Мы сдаемся. Ой, блядь. Блядь. Иди сюда, я ж долго не смогу моргать. Не моргать. Моргай, смотри, смотри, смотри. Все, уходим. Блядь, ошибка. Чини ошибку. Откройте, мы сдаемся, пожалуйста. Мы сдаемся, просто откройте. Я сдаюсь. Все, сдаюсь, закройте, там жопа. Какого фига? Блядь. Охуенно сдался. Мне вместо бейсбола дали бутылку для мытья посуды. Что за хуйня? Что это, блядь? А, нет, это бейсбол, сорян. О, блядь, инвентарь слишком огромный оказался. Примерно размером с бронежилет. Ох, блядь. Давай разведем, ты налево, я направо. Смотри налево, а ты направо. А! Блять, она тут! Она тут, тут! Сзади, 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 блядь! Бля, сорян, чуваки. Чел, ты жив? Как оно? Ну там, короче, блять, минус уши. Хинка там была без щита, хуярьте ее. Да чем если стрелять буду, у меня один магазин остался. Ну, блядь, это вообще ничего, блядь, я чик-чик-чик могу. Сука, кто-то спиздил лифт. У нас во Вьетнаме было 600 патронов, а сейчас, блядь, выдали 100. Патроны есть, пацаны. Вообще жестяк. А какие патроны нужны? Для... 7.62 на 39, для АК. По-моему, 7.62, по-прежнему. У кого-то есть? На, забирай. Спасибо. Спасибо, люди дорогие, я вас не забуду. Бля, мы два репрессы. Огонь, 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 огонь! до свидания, я так жить не собирался. Пулеметчик, ты его убил. Не, это я по ним шмаляли. Ну мы, в принципе, оба, по-моему, шмаляли. Ну мы все застреляли, да, я еще отсюда помогал. Хочу сообщить вам, что мы восстановили наши сервера по Майнкрафту, и теперь вы можете зайти на них через наш собственный лаунчер. Ссылка на него будет в описании.